Вред человеку может нанести и стихия. Так, на прошлой неделе сразу 6 районов Иркутской области пострадали от непогоды. К счастью, люди не попали под удар, но серьезные повреждения нанесены социальным объектам и домам. Больше всего досталось Черемховскому району. Там даже введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Специальная комиссия на месте оценивает причиненный ущерб и необходимый объем работ по восстановлению. Уже проведен ремонт крыши Голометской больницы. Всего в селе выявлено 150 адресов, где пострадали дома и урожай. В Саянском – 36. От штормового ветра и града также пострадали 3 школы района, а именно их крыши. Дождевая вода попала в некоторые кабинеты. Привести в порядок здания должны к началу нового учебного года. Как объяснили синоптики, во второй половине лета число дней с прохождением холодных атмосферных фронтов увеличивается, поэтому ливнями, которые прошли на прошлой неделе, июль не ограничится. Так уже сегодня вечером в регион снова придут дожди. В западных, южных и центральных районах мы местами ожидаем и сильные дожди, грозы, град и усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Температура в ночные часы составит плюс 11, плюс 16 градусов, днем плюс 22-27. Завтра мы в Иркутске ожидаем небольшой дождь, в дальнейшем опять же дождик. И получается, в четверг будет перерыв, будет погода без существенных осадков. И дальше опять же будет такая неустойчивая, облачная.